Ну что ж, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Приветствую вас на своем канале. Это не очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Это пересыл с города Москва. Вот. Ну, вы, в принципе, из названия видео уже прочитали, что это такое. Вот. Данная тарелка, получается, я заканчиваю свой сет. У меня уже есть, получается, Hedon i14 Masterwork, Crash на 18. PST, либо PST, ну, кто как называет. Вот. И также есть чайник. Тоже на 18 дюймов. Вот. Заказал я, получается, себе вот последнюю тарелку. Это Zildjian Ride на 20. Получается, серия ZBT. Вот. Ну и, собственно, доехала она ко мне за вроде бы 11 дней. Ну, я сейчас, короче, фотку в окно, посмотрите. Вот, на самом деле, с Москвы за вот этот период, да, на самом деле, можно было и побыстрее привезти. Ну, в принципе, все как обычно, на самом деле. Вот, я, кстати, не дождался перед Томском, получается, я хотел вот как раз отыграть концерт в Томске с этой тарелкой, но не получилось. Сразу хочу сказать то, что тарелка не новая, она бэушная. Ее, так скажем, бэушность заключается в том, что она потертая, но тем не менее, получается, как бы ни сколов, ни трещин не должно быть. Вот, и она мне досталась где-то, ну, в полцены, наверное, сколько она стоит на самом деле. То есть, я ее, получается, купил за 4500, ну, вообще, общая стоимость. Вот, так что давайте, короче, вскроем ее, посмотрим. Вот, запечатана, короче, вообще очень круто, на самом деле. Вот. Мне прям уже, конечно, не терпится. Но мне не терпелось к субботе и открыть. Вообще, получить, в смысле, и открыть, и отыграть, и все такое. Ну, что поделать. Почта, как всегда. Да, сегодня у меня такой крупный габарит. Посылка. У меня очень редко такое бывает. Вот. А, тут еще и картонки, вообще круто. Так что если она летала с этих с грузовиков, как вот видели видео, может быть, недавно, да? То я думаю, с ней ничего плохого не должно было произойти. Надеюсь. Уберем. Так. Палочки. Так, ну чё? Понятно. Ну, как бы накрыли из того, что было. Ну, в принципе, а чё, почему бы и нет? Это всяко лучше для, как бы, для жоп, так скажем, сортировщиков. Вот, еще одна обертка. Вообще, кстати, круто вот это. Такие вот обертки, да? Хоть и самодельные, да, но внушает как бы и доверие, то есть и все. Все очень круто. Все жизненно сделано. Плюс еще и газета. О, да, начинаются звуки приятные. Вот, короче. Это, знаете, как подарки на Новый год, да, то есть столько куча оберток, да, всяких разных. Они не такие красивые, на самом деле, в данном случае, но тем не менее. Так. Так, газетки. Скотч вообще друг человека. Вот она, Zildjian. Вот оно. Вот, также оставил свой магазин. Вот, то есть он продает как и новые вещи, так и какие-то вот такие вот, скажем, раритетные, бэушные. То есть кому вот нужно, да, вот можете обращаться. То есть, тем более что, я не вижу трещин и сколов. Вот, да, сейчас вы можете видеть мое отражение, да.
Вот такой я, короче, худой. Так, ну, эта сторона, в принципе, как бы на нее плевать, на самом деле. То есть, она не лицевая, скажем так. Вот. То есть, с этой стороны, да, то есть, хрен с ним. Как бы вот это, да, можно почистить, допустим. Все вот эти вот, да, получается, пятна. Все это очищается. Вот. Самое главное, что, как продавец обещал, да, то есть, у нас нету трещин, сколов. Вот, можете все сами видеть. Вот особенно, да, по краям, то есть, как бы. Вот. Но в случае райда, конечно, да, бывают такие моменты, что вот как раз-таки вот здесь вот образуется. То есть, ну ладно, не будем показывать. Вот. Вот он, двадцаточка. В принципе, можно, конечно, сейчас продемонстрировать ее по звуку, да. Но дело в том, что нет у меня сейчас, к сожалению, стойки. Вот, стойку я буду заказывать чуть позже. Вот, а если я буду сейчас ее держать на пальце, то мой палец будет гасить вибрацию. И поэтому полноценно звук можно не услышать. Вот, кстати, тут еще что-то есть. Не знаю, будет вам видно, не будет. Вот, можете видеть. Made in USA. Ну, понятное дело. А, Turkish Symbols. Zildjian компания, короче, Made in USA. Так, хорошо. Просто я почему именно вот эту тарелку, да, купил, получается. Ну, вообще, в первую очередь, не из-за ценника, да. То есть, у меня был выбор среди где-то трех тарелок, да. Вот, мне не то, что понравился, то есть, а как бы была надежда, что Bell у него будет звонкий. Потому что, вот, ну, разумеется, не в первую очередь даже, да. Все это закупается, да, то есть и для себя, и для моей группы Крэнк, да, получается. И у нас в песнях, то есть, звучит звонкий Белл, то есть, как я представляю на самом деле себе. Вот, и, то есть, такие надежды, то, что Белл будет звонкий, действительно. Ну, как-то так вот в общих чертах показал вам звук данной тарелки. Вот, в принципе, мне нравится. Очень круто, то есть. Я вот что-то подобное на Ютубе находил, да, то есть. Но, как бы, не совсем такой звук, как бы, как я находил. Вот, но мне вот этот даже больше понравился, честно говоря. Вот, такой довольно-таки звонкий, то есть у меня как раз-таки идет, как бы, крэши такие по низким, да, то есть. Вот, как раз таки 16-го крэша у меня нет, у меня есть 18-й, поэтому более такой жесткий звук. Плюс чайник тоже добавляет жесткий звук. У меня нету второго крэша, я за место него чайник повесил. Ну, такой, знаете, как бы мне так больше нравится, то есть это из ряда вон немножко. Вот, как бы. И плюс звонкий райд, то есть это довольно-таки интересно будет звучать. Вот, так что, как бы меня все устраивает на самом деле. Сами видите, да, какое качество, то есть. Могу рекомендовать этого продавца. То есть, да, не с Алика, да, но с Москвы. Как бы, как Арайса, да. Просто товар, он есть товар, то есть, я его распаковываю, то есть, вам показываю, то есть, вы сами все видите, то есть, как бы. Вот. Поэтому я доволен. Очень круто. Очень круто будет попробовать его в деле, то есть, со всей кухней, да, остальной. Вот. Вместе с группой. С барабанкой, то есть совсем. Вот, так что, в принципе, сказать мне больше нечего. Я доволен, еще раз повторюсь. И если у кого-то есть вопросы, да, то есть пишите комментарии, то есть ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока.